Нидерландское правительство предложило ввести уроки голландского языка в российских вузах в качестве эксперимента. Эту идею обсудили в Самаре на открытии фестиваля «Голландия. Гармония культуры и свободы». Он приурочен к перекрестному году Нидерландов в России. Основные мероприятия пройдут в областной библиотеке. До конца апреля посетителей ждет обширная образовательная программа. Просмотр фильмов о художниках из страны тюльпанов каждую субботу. Закроет фестиваль интерактивная экскурсия по Амстердаму. Я сама лично была в Амстердаме, поэтому мне этот город очень понравился, и я спешу поделиться со зрителями своим опытом, своими фотографиями. Это очень противоречивый город, который, с одной стороны, полон глубоких традиций, но, с другой стороны, он живет полной жизнью, он очень молод, там очень молодое и прогрессивное население. И я считаю, что он много чем может привлечь людей самых различных возрастов и интересов, а не только бесплатными наркотиками. Всего в рамках перекрестного года запланировано более 400 мероприятий по всей стране. Это гастроли всемирно известных творческих коллективов и крупные выставки.